Ну что, вы готовы, дети? Да. Погнали. Ребят, как вы уже знаете, мой брат тоже снимает YouTube, и он выпустил очень долгий видос, где есть много меня. В общем, там практически есть только я, он и еще пару человек, но в основном это я. В общем, заходите, смотрите до конца, поддержите, в общем, так сказать, с вас лайк, короче. Ну и подписка, если вдруг еще не подписаны, ссылочка будет в описании первой же ссылкой. Ну и, конечно же, посмотрите еще на вторую ссылку, это мой магазин по метро Рояль. В общем, все, не задерживаю, погнали играть. Итак, ребят, здорово, сегодня мы с вами будем снова пытаться как-нибудь вообще выжить, подняться, потому что на третьей карте у нас творится жесткая анархия, вообще непонятно что, и играть вообще очень-очень-очень тяжело. Тимойдов, я, к сожалению, не слышу, но давайте напишем, дайте первую броню. Просто я, ребят, хочу плакать, потому что я ее, конечно же, не взял. И баг, да, как говорится, бага-юзер от бога. Ё-моё, там уже люди стреляются. Так, у нас все, ребят, по хардкору, поэтому давайте аккуратненько. Странно, что я не слышу врагов, хотя, по сути, ни тиммейтов, ни врагов я не слышу. Что ж, давайте попробуем зафигарить их, как говорится. Блин, они выглядят очень страшно, и звук очень громкий, ничего не слышно, надеюсь. Так, они ушли на бассейн. Закрыт. Это было чётненько, очень чётненько. Что-то розовенькое, хорошо. Ну, надеюсь, не только патроны. Пятая броня, благодарю, куча патрон. Вообще как бы. Это было жестко. Это было очень жестко. Не ожидал, я вообще даже не успел среагировать, даже не понял, где он, и что-то не попал в зажигалки, не смог спасти свою жизнь. Было очень страшно. Назад, назад, ребята, назад. О нет, эвервайтер пошел. Это шестерки, их много. Нет, это ошибка, это такая... Это просто такой фейл. Это просто такой фейл. Это, ну, блин, я не знаю. Зачем я туда полез, зачем он туда полез? Это просто ловушка. Глупая такая, очень тупая ловушка. Это полный бред. Серьезно. Итак, ребят, стартует наша вторая катка из-за жестких ошибок. И, кстати, вот, мне многие пишут в комментариях под прошлым видео... Не под прошлым, под всеми видосами, где говорят, что типа, ой, фу, бага-юзер, не умеешь играть. Серьезно? Ну, для начала просто попробуйте взять, ну, не знаю, четвертую, пятую, например. Ну, можете хоть взять шестую броню. Пойти со своей командой, КД там один, полтора максимум, пойти на третью карту. Сходить в радиацию, попробовать залутаться. Ну и, в общем, я на вас посмотрю и посмотрим, что из этого получится, естественно. Короче, челлендж вам. На самом деле, намного тяжелее. И бывают люди, которые просто-напросто играют соткой. Вот реально. 100 скорости. Просто целая сотка. Багаются просто на все плевать. И в принципе, почему мы хуже этих людей? Мы тоже можем использовать баги, в принципе, и бана за этого не получить. Как бы все легко и просто. Поэтому баг в общем доступе. Баги можно использовать. Так, ладно, все, поехали.
Это еще мою часть не лутать. Давай, что-нибудь ценное. Детекторы. Не, ну подойдет, подойдет. Три детектора? Быстро домой. Слиток и детектор еще один. Ничего себе, это я чё? Это я чей-то ящик украл. Куда ты там полутаришь? Построить два ящика. Не долутаю. Бежим. Быстро. Все тут. У меня просто пластины нет. Тут все, как бы. Я не смогу долутать, тут слишком много собак. Я залутал. Ну беги сюда, я их поубиваю. Ой, слиток. О, слиток, офигеть. Оказывается, если говоришь слиток все время, то падает слиток. Не, один слиток, один чертеж, детектор и планшет. Этих детекторов 100 штук, блин. Я не хочу потерять им кашку. У меня 6 детекторов выпало, какой-то детекторный день, походу. Ну и слитки тоже сыпят. Так, ребята, мне очень срочно нужны патроны. У меня осталось всего лишь 10 зажигательных патронов в обойме. Давай я тебе немного начищенных скину. Пойдет. Правда, не знаю, как выживать, у меня нету шлема. Через баг мы, походу, не выйдем. Ты там можешь выйти. Почему это? Ну, я могу. Я, в принципе, могу попытаться обойти, и тогда, как бы... Ага, мы знаем, как это будет. Не, ну я сейчас попытаюсь обойти, а вы тогда... Мы вместе должны будем на них выйти, и тогда у нас есть шансы у всех выжить. Ну, либо кого-то все равно заберут, скорее всего. Ну, возможно, меня. Мы по разным туннелям пойдем, да? Типа, ничего. Конечно, я вот не знаю. В принципе, по разным туннелям, наоборот, опаснее. Но, возможно, это, ну, стратегически хорошо. Потому что, мало ли, кого-то снимут, да, пойдут лутать, а вы их в спину заберете. Короче, как-то так. У меня еще боты палят. Меня спалили боты. Мужики, кончится. Все, мне конец. Сколько их? Все. Их трое. Броня. Шестая карта не увидел. У меня просто синих всего же лишь мало патронов. Мне хватит, интересно, 60 патронов на них синих. Я их там поджигал. Это не помогло. Ко мне мочи. Поддыхать тебя. Дома залутать. Ну. Не, я не смогу уже. Позиция потом плохая будет. Ухожу красиво. Ой. Вот я как знал, что нам повезет снова. Сел и пластину, и все, взял зеленых патрон, 400 штук взял. В общем, это явно везение, сейчас будем лутаться по-жесткому. Хочу вас попросить броник первый на 10 секунд. Хочу вас попросить броник первый на 10 секунд. Кажется, все хотят. Кажется, все хотят попросить броника на 10 секунд. Ну ладно, без багов сыграем, что ж, выйдем в лобби по-быстрому. А там по одному сундучку буду лутать, если чё. У меня есть пластина. Мне бы, чтобы кто-нибудь со мной сходил бы на библиотеку, чтобы там можно было нормально залутать все. Там все снести оттуда бы, и было бы круто. Вы там живете? Пока что да. Просто без бага и зелеными патронами отбивает собак в прицеле вообще не круто. Ты мне ткань сейчас скинь, пожалуйста. Ага. Все, обновляй. Я пойду вот это залутаю. В смысле этот? Это я оба лутаю, ты чё? Я вот эту лутаю. А, ну давай. Я тогда вот этот. О, слиток. Слиток плюс планшет. Конечно. Компонент плюс процессор. На-на-на-на. Дядь, быстро. А, ща я в окно вылезу. Спасибо, я наоборот залез. Быстрей. Ты чё там делаешь? Ты какую-то фигню делаешь. Сюда. Я ног. Или пластины, или ног. Прикрывай. Чё за беда такая? Перекинуть пластины — это полнейший бред. Вот не практикуйте, не повторяйте в домашних условиях. Согласен, это очень опасно. Что опоздал? Особенно с таким эвервайтером, который играет в моей команде. Чего? Да ну, офигеть, там сколько лута было.
Ой! Что? Короче, броня 0, меня съели собаки. Блин, вот я нашел аптечки, но у меня кончилась броня и меня съели. Но это большой плюс, по-любому. Ой, беги быстрей! Ой. Стрю. Ты видал эти читы? Так ты видал, какая у него сильная дача? Какие читы? Его трясет во все стороны. Нет, его трясет во все стороны. Забираем кашку у него. Дым кончился. Там что, шлем лежал? Это просто черная магия. О, все, это имба-тактика. Это работает каждый раз? Блин, похоже, что игра нас любит. Прям реально. Просто обожает. Сегодня мы любимчики игры. Не, я просто понимал, что мы бомжи и дают нам шанс. Или просто фугас подняться. Какой-то читерный. Вот он не забаговался. Он не забаговался, да, и мы заспавнили здесь. Так он этот. Никакого годного. Они очень сильные. Обезьяны очень сильные. На рожок или не зайти? Люди, шестерки! Я косой, очень косой. Он исчез, он лег в траву у забора. Фугас, в открытую не выходи. У забора лежит. На нас напали фул шестерки. Первый шлем влетел. Нас убили. И добили. Так, ну что ж, похоже, что игра нам для боев дает другую локацию. Осталось лишь грамотно воспользоваться ей. Куда пойдем? Налево, направо или вперед? Право идем людей закрывать. А почему не налево? Потому что мы сейчас с правой стороны закроем людей и как раз на школу подойдем и справа закроем. Слева уже тогда. Ну, скорее всего, закроют нас, но ладно. Раз уж нас игра любит. А представляете, сейчас мы такие оделись посильнее, ну вот мы. И раздевают догола. Кстати, посмотрим, что будет интересного такого. Трава пропала. Четвертый. Одинок. Нужна помощь. Бегу. Кто-то ко мне идет. Они откуда? Снизу. Такс, броник украл. Дай мне рюкзак, пожалуйста. Так, он похоже, что испугался, их, наверное, двое было, да, или нет? Что там? Что? К ним, что ли, залететь? Они очень быстрые. Одинок, их трое. Еще двое. Скорость сотка. Залетайте. По стволками желательно очень быстрые, потому что... Куда они делись? Они в тейне, походу. Все, четко. Все, убили. Отличная работа. Я не знаю, как мы их убили, но это было серьезно, но мы справились.
Ну да. Шестерка. Я убил босса случайно, но вроде нокнул его тоже. Блин. Так. Нок. Блин, ворватор забиральщик киллов полетает просто и твоего добивает в любом случае. А я жетон хочу. А, опять рюкзак? Ну-ка отдай мне опять рюкзак. Это, в общем, хотя у него броник шестой был, но не выпал. Оп, опачки розовенькой, нормально. Так, что розовенькая? Ух ты! Ух ты, ничего себе, вот это понимаю. Бронежилет пятый, ну почему не МКшка, Кобра, ну блин. Подарите МК Кобра. Подарить? Поменяй на шестой бронежилет с двумя пластинами и одной, короче, двумя, короче, пластинами. Я тут больше вот понес. Держи, подарок. А мне тут даже... Броник сейчас я тебе тогда дам, да? Иди сюда. Тебе тогда кулик держи. Так скинул, знаешь, броник тебе и сразу сколько места стало много. Я в нее задонатил 1025, наверное. Нет, да это еще немного. Может быть больше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опасно. Вижу. Они босса тут убивают. Нет, они по первому стреляли. Один ног. Четверка был, правда. Ой-ой-ой, меня сейчас... Надо первого поднять, подними первого пока. Я поднимаю. У них минус два. Бегу. Теперь босс на нас. Проблемы теперь у нас. Возле забора там люди. Ты долго за мной бежать-то будешь? Добил еще одного нокнутого. Не убежит. Так, их двойка. Теперь максимум у нас тройка, поэтому шансы у нас, в принципе, все должны быть. Ну да. В принципе. Все равно надо быть осторожным. Так, просадил одного нормально так. Махнул. Блин, как обычно, ворватор убивают. Я одного там махнул. Бегу тебя поднимать. Понял. Броня почти залита под ноль. О, нет. Не надо сюда. Фу, пронесло. Я ёбан. Осторожно, очень осторожно. А ты зачем к нему пошел? Он очень сильный. Он очень-очень сильный. Две тычки он тебя выносит. Блин. Ой, датёк. Я босса агрю. Так, это отлично, это отлично. 6 минут осталось до спауна, но мне кажется, нам нужно идти.
Добейте босса. Фиолетовый, да? Так, я хочу свой трупик посмотреть. Так, у него так-то нормально так. Что-то есть. А вот он мой. Красненький. Улучшенная, ну, такое. Вот. Осторожно. Надеюсь, его в сейве. Он так и остался там. Блин, нам нужно на выход, ребят. Просто надо забить на него и пойти на выход. А чё с этого забрал? Вот он бежит. Забрал. Первое, чё с этого забрал? Чё выпало с красным? Чё-то красное. Давай. Ё-моё. Да нет, интересно. Па-бам-па-бам. 1 023 250 чести, можно сказать. Круто. Просто это идеально. Это идеально. Ну что ж, ребят, вот на этом все получилось вообще идеально, круто, отлично. Я не знаю, игра нас любит. Думаю, вы, в принципе, с этим согласитесь. На этом все. Не болейте. Ну и таких же успехов вам. Пока.